Привет, я Джон Уэйн. Я крутой ковбой. Я снимаюсь в крутых ковбойских блокбастерах. Я вообще самый крутой. Ой, я забыл. Где же следующий фильм снимают? Или Сент-Винсент. Или Французская Гвиана. А может быть Гватемала. Так, какой из этих стран следующий ковбойский фильм? Эй, моя красоточка атаманша! Да. Собрала ли ты команду? Да. Ну, кого ты там взяла? Посмотрим. Мачеху. Ага. Дашу и Борю. Ой, блины, блины, блины. Ой, блиночки мои. Какие блины еще? Ковбои блины не кушают. Они кушают стейк. Шрек и осел. Ой, ну что, поможем, Шрек? Поможем. Поможем. Анджело. Но будем играть по моим правилам. Взичак. О, может вам черепашку алмазную подарить? Давай. И бегемот и волк. Бегемот и волк. Ага. Итак, поехали! О, круто! Какие мультики ты предлагаешь? Бременские музыканты. Да? Давай! Вау, я пошел смотреть мультики! Некогда мне с тобой играть. Я мультики смотрю. О, видишь, это, как его, Бурашка. Чебурашка, вот, играйте вместе. А я с Ноликом буду смотреть мультики. Ха-ха. О, на что ты намекаешь, атаманша? Намекаю острова. Острова? Ага, ну сейчас посмотрим, есть ли тут остров. Первый бал. Французский Гвиана. Первый бал. Гватемала. Это не остров. Но все равно спасибо, атаманша. Быстро в круг. Ага. Это я вам говорю. Мачеха. Так, ну посмотрим, есть ли тут круг вообще у нас. Так, звезда есть. Ромбики какие-то. Нету. Нету тут у нас круга никакого. Мачеха. Ну ладно. Вот так, волк. Или ты таскаешь мешки наверх, или ты изучаешь азбуку. Выбирай. Азбуку. Тогда давай. След. О, след зайца. Какой заяц? Все. Ф. Фонарь. Ой, фонарь, чтобы лучше увидеть зайца. Какой заяц? Г. Гитара. О, гитара, я же играю на гитаре. Гватемала первый бал. Неправильно, волк. А ну-ка, еще раз. Ладно. Ф. Фея. 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 Зачем мне фея? Так. Кто страшила? Я страшила? Ну, волк! Ну, волк! Герда! Ну, волк, погоди, все! Будешь таскать мешки у меня! Да вот здесь же мама моя! Мур-мур-мур, мурлычет кошка. Ну, погладь
немножко от тепла и ласки, и я зажмурю глазки. Давай, Боря, я тебя... Остранули, не сказали? Куда они смылись? Они страну не сказали. Ну и придет азбуку учить, широкий осел. Так, сосел, давай. Ой, выручай, да, друга Шрека. Шо, слон. Какой слон? Вы что, ковбои вообще на лошадях ездят? Фея. Фея. Крестная фея. Она должна знать. Крестная фея. Людоед. Что вам надо, людоед? Какой людоед? Давай ты страну скажи этому. Во. Ладно, людоед, это будет французская Гвиана. Второй балл. Гусеница. При чем тут гусеницы? Эй, осел, какие еще гусеницы? Привет, малыш. Давай посмотрим в иллюминатор нашей межзвездной ракеты. Сколько дневники капитанов. Они где-то там. Там солнце, звезды. Ах, давай посмотрим. Звезда. Гвай, французская Гаян, третий балл. Бомбы. Ах, я полетел искать дневники капитанов. Вот азбука Энджело. Что? Это же не итальянская азбука. Все равно давай. Все равно. Эф. Самолет. Самолет летит. Сент-Винсент. Третий балл. Эф. Фотоаппарат. О, снимайте меня, снимайте меня. Четвертый балл, Френч Гиана. Глобус. Есть на глобусе Гватемала? Есть. Есть, третий балл Гватемала. Анджело, ты молодец, ты круче всех прошел азбуку. Я есть умный мальчик. Да. А еще у меня есть крутой друг, Молния Маквин. Япония, Италия, Великобритания. К сожалению, нету тут таких стран. Ну ладно, я пошел. Разбирайтесь сами дальше. Ух ты! Самой интересной авиатехникой. Какие самолетики! О, мне такую надо! Невидимый самолет Стил! Вау! И разбойников той же! Да, и куда же он летит? Французской Гвианы! Французская Гвиана получает пятый балл! Ого, мне автомобиль? Слышен шум и скрип колес. Там трудится мусоровоз. Нет, не надо мне мусоровоз. Что? Что? Ну, принцессы, сами мусоровозы берите. Какой он там? Когда снег укрыл дорогу, он приходит на подмогу. Мне лимузин надо. Где тут лимузин? Нет лимузина. Ну и до свидания. Так, Волк, учи латышскую азбуку. Или мешки таскать будешь, или азбуку выбирай. Азбука, конечно. Давай, латышская азбука. Кто петух? Кто меня петухом назвал? Это бегемот, это не я. Тихо, Волк. Не надо флейт, а то сейчас змея приползет. Надо будет играть ей все время. Да. What? Давай еще раз пробуй. Сколько можно? Флаута. Я же сказал, не надо флейты. Флида. Флида. Флауту. Gliemezis, gross, gailene,
Цей коша з Гайленси в гроза. Ковбої не ходять в ліс за грибами, вообще-то. Сіназис. Сауле. Сауле спутня. Саулейтай сілдас сіназис. Да, при чем тут это сіназис? Ну все, волк, ты мне не помог. Ну все. Пока, волчара. Ну и что твои карты показывают? Какую страну? Карты показывают это Гватемала. Гватемала, 4-й балл. Смотри, букашечки какие. Ладно, давай, пойдем посмотрим букашечек. Ох, как вы там живете. Ох. Какой лончик? Я вообще-то Шрек, а это осел. Сначала зарядка раз, потом завтрак. Чего? Чтоб людоеды занимались зарядкой, давай что? Эй, ты розовый, давай говори страну. Уже друг розовый, смотрим, есть ли тут у нас где-то розовый. Есть. О, Гватемала, 5-й балл. Хо-хо, круто. Так, осел, сколько дней мне будет снимать за ковбойский фильм? Ну, сколько дней сниматься будет фильм? Один. Один день? Нормально, подтянет. О, какие там... Какие там принцессы классные. А? Чего? Давай познакомимся. Девчонки, давай. Потусим, а? Мачеха, я не с тобой разговариваю. Дай мне с девчонками поговорить. Сначала зеркальце посмотри. Ну давай. Сверхмуль, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Где Джону Уэйну страну найти? В французской Гвиане. Это не то? 5-й балл. Ну ладно, мачеха. Жениться идем. Не-н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 е-
Ага, привет! Кто у нас тут такой? Майкл Дудиков, привет! Где же будет сниматься мой новый фильм? Новый фильм будет в... Гватемала! О, Гватемала! О, марш Гватемалы! Да, это какой-то южноамериканский язык. Ничего не понятно, что они поют. Ну ладно, там я смотрю, есть горы, там круто, озера. Великий Джон Вейн отправляется на съемки нового тобовского фильма в Гватемала, в Гватемала-Сити. Ждите на экранах кинотеатров.